Итак, привет, друзья, у нас два таких пакета из Китая, с сайта AliExpress, как вы видите из названия. Так, здесь у нас один пакет, здесь у нас ИРФ защитные кармашки, так сказать, от считывания данных, это сейчас популярно. Цена его китайчик заценил в доллар, вернее, доллар, 39 центов. И здесь у нас, по идее, должны быть искусственные ногти, если не ошибаюсь, ногти здесь должны быть по бесплатному посреднику. И это все заказано. Так что сейчас будем проверять, смотреть. Заказывал вот эту вот вещицу трех цветов. Все правильно. Вот видите? RFID. То есть, видите, сюда карточка сама вкидывается. Обычная банковская карта. И получается, впихнули сюда карту, и при помощи специальных устройств, типа вот эта вот, она как фольгированная, по идее, так подозреваю. Хотя, ну, похоже на обычный целлофан, честно говоря, похоже на обычный целлофан. Но, по идее, как-то она защищает от сканирования. Не знаю, проверить не смогу, потому что у меня оборудования такого нет для сканирования. И таких карт у меня нет тоже в наличии. Так что будем узнавать, что да как и почем, насколько действительно они актуальны, такие карты у нас в Украине. Так, есть, это мы убираем. Дальше у нас следующее, то что у нас за 10 центов китайчик заценил. Сейчас фокус. Фокус, 10 центов оценил. Ну тут пакованчик такой, пакетик. Что-то громыхает, давайте смотреть. Что у нас тут прошло? Лёха на бабайка. Тут у нас аж не фигурочки. Тут у нас целая стеклотара, можно сказать. Ого. Еще и какое-то кольцо нам бабахнули в придачу. Так, здесь он что-то. Ага, вот, видали? Это, я так подозреваю, больше для девчонок. То есть это, по всей видимости, вот так вот. Ну, конечно, это не под мой пальчик. Какой-нибудь там, типа, мизинчик. Типа, хренакс. И у вас красивый ноготок. Это, видать, обламывается аккуратно, как-то спиливается, стачивается. И уже обрабатывается, и у девочек получаются вот такие вот красивые ногти. Давай сейчас, ой, все не пересчитают. Долго, наверное, будет. Ну, что ж делать? Доля у нас такая. Сейчас пересчитаем, сейчас у нас их тут по-бырому. Еще какое-то, ребят, еще какое-то кольцо. За какой фиг оно нам надо? Без понятия. Кто знает, напишите. За какой фиг оно нам надо. То ли это подгон от китайчика какой-то. Ну, вещица такая. Сорок семь, сорок восемь, сорок девять. Где должно быть 50? Может, я где-то обсчитался, думаю, вы со мной просчитали, сколько здесь всех штук. То есть, по идее, должно быть, их вот палок быть 50. То есть, это 150 ногтей. Вот так вот. В общем, ребятки, ссылки на товары я, конечно, оставлю в описании и на вот эти вот паленочки, кому надо. Особенно, кто в Европу ездит. Там говорят, вроде как это более актуально, чем у нас в Украине. Заказывать можете вот такие, либо же ко мне обращаться по Украине можно заказать, не вопрос. Ссылки, как я говорил, оставил в описании. Лосики жмем на канал, подписываемся, комменты пишем, бомбим туда ко мне в комменты. Девчонки тоже подписывайтесь, смотрите, у меня тут периодически появляются такие вот там какие-то штучки-ништячки для девушек. Так что можете даже через меня заказывать, не вопрос. То есть я с вами не прощаюсь. С вами был я, Александр, и вы находились на канале «Китай в топе».